Путешествие, дорогие машины, фантастические виды из окна собственного дома. Ты думаешь, это лишь мечты? Миру известно множество примеров, как вчерашние студенты добивались успеха, и все эти мечты становились для них реальностью. Если у тебя есть идеи для нового IT-стартапа, Казанский федеральный поможет тебе стать одним из таких примеров. Смотри и записывай. Так, в Казанском федеральном университете уже в начале февраля 2015 года состоится подведение итогов регионального этапа всероссийского конкурса «IT-прорыв». Цель этого проекта – выявление и поддержка неординарных проектов молодых инноваторов в области IT-технологий. Принять участие в конкурсе могут студенты и аспиранты в возрасте до 24 лет, разместив свои проекты на сайте twoystar.ru. В этом году призовой фонд конкурса «IT-прорыв» составляет 1,5 миллиона рублей. Победитель, получивший гран-при конкурса, получит возможность воплотить в жизнь свой проект на базе одного из предприятий холдинга «Росэлектроника». Свою охоту на талантливые кадры объявили и зарубежные акселераторы. IT-парк «Казан» совместно с акселератором из Дубая «Turnit» организует Innovation – отбор IT-проектов на пресид стадии. По итогам отбора несколько проектов получат 30 тысяч долларов и отправятся на 4 месяца в Дубай. Для акселерации предложены IT-идеи в бизнес. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте innovationkazan.eventbrite.com. Действуй прямо сейчас, не то твои мечты украдет кто-то другой. А о новых научных проектах для студентов самых разных специальностей ты всегда можешь узнавать на сайте Казанского федерального.